Сегодня 27 мая, утро, 6 час утра. Игнат Тихонович, Лапкин, Николай. И я, Савченко Виктор Николаевич, выезжаем на Новосибирск, а далее едем на Европу. Миссия Европа 2014 начинается. Слава Богу за все. С нами верный пес Ураган. Брат Николай за руль. Я пошел открывать ворота, а потом побегу на руль за собакой. Сейчас. Он думает, что без него уехали. Вот он как за Игнат Тихоновичем-то лает. Наш верный ураган. Да не уедем, не уедем без тебя. Сегодня будем в Новосибирске хлопотать о наших паспортах. В визовом центре взяли, обещали, ну как написано, через 3 недели. Давали 2 мая, сегодня 27. И вот мы отправляемся. За рулем Николай Кручина. Пока проедем, потом Виктор Николаевич этого снимает. На себя камеру поверни. Потом он сядет за руль, попеременно будет. Давай, брат. Благословен Господь. Я ворота закрываю сейчас и побегу за собакой. А ты что, здесь нет? Сейчас он выезжает, поди за ним. Я побегу. Вот. Надо ворота закрыть. Так, это, подай вот туда вот эту цепочку. Вот эту вот. Вот на бутылочку рядом. Остается Надежда Васильевна, сестра наша. Благослови вас, Господи. Вас, спаси Христос за ваши труды, спасибо. За помощь. Так, подожди. Сейчас я побегу за собачкой. Так, тут надо завязать. Это мы все сделаем. Фургон замкнули, да? Замкнул. Спаси Христос. Я потом проверю, посмотрю еще раз. Дернешь, пойдешь. Так, я побежал за собачкой, положить ключи. Стой здесь. И меня надо... Ураган, наш верный друг, бессловесный, в прошлом году занял 1 место по России после нашей поездки в 2013 году. Даст Бог, в этом году, если все благополучно будет, проедем остальные страны Шенгена, которые мы не проехали в прошлом году. И хотели бы попасть в Англию. Вот он привязался уже к Игнату Тихоновичу. Хороший пес, умница. Лаял, думал, что без него поедем. Вот они бегут. Собака. Это чтобы люди знали, кто едет с нами. Ураган. В прошлом году звание чемпиона России получил в защитно-караульной службе и общей дрессировке. Вот он как садится. Пошли. Все, садимся. Так, ну сейчас мы проедем. Прощание. А где там сестра Надежда? Тут где-то спряталась. А, вон он. Все, садись, я сейчас вас сниму. Я на ходу буду бежать. Господи, слава тебе, Боже всемогущий, хвала тебе. Вот миссия Европа 2014 начинается. Так можно назвать эту поездку. Брат Николай, бывший дальнобойщик, он очень опытный,
и в машинах разбирается. Наш домик. Вот он, ураган. Путь. Это улица Ползунова. Утром рано. Брат Николай за рулем. Игнат Тихонович сзади в газельке. А я снимаю Савченко Виктор Николаевич. Миссия Европа 2014 начинается. Мы выезжаем из Барнаула, едем по мосту. Мост новый через Обь. Вот. Восход солнца. Река Обь. Город Барнаул там вдали. Дивные дела твои, Господи. Все премудро ты соделал. Вот уже машины проснулись. Утро начинается. Слава Богу за все. Я пошел садиться. Без меня никак нельзя. Господи, благослови. Мы находимся на границе Алтайского края Новосибирской области. Вот наш ураган выглядывает. Жаждет прогулочки. Сейчас Тихонч его выведет. Вот он, наш ураган. Это область. Ну что, пойдем мы сейчас маленько пройдем. Алтайский край покидаем. Благословенный край. Здесь очень хорошая у нас погода. Взаиморелигиозные отношения. Тут ни с мусульманами, ни с кем никто не спорит. Очень миролюбивая обстановка в Алтайском крае. Конечно, это благословение, потому что тут были большие репрессии. Вот тут рядом Покрышкин, трижды герой. Он защищал, чтобы мирное небо было. А уж как Бог даст. Вот мы поехали, сейчас самое трудное для нас будет, какой вопрос решить наш. Паспорта забрали, не отдают. Интересно так. И ожидали. Все, мы пошли. Посмотри, как здесь, Алтайский край. Брат Николай смотрит машину. Слава Богу за все. Дивное утро. Дивные дела твои, Господи. Игнат Тихонович говорил о Покрышкине. С Новосибирской области. Вот она. Новосибирская область начинается. Аллилуйя. Вот постепенно он сидеть? Слушается его. Попробуй не послушайся, строгий наставник. О, вот они. Твой песик у меня хороший. Как я люблю его. Ночью мы можем спокойно отдыхать. Нет, рядом дорога. Потом не знает место, что он звонит по телефону. Мы в Новосибирске. Откуда мы знаем, что? Встреча с братом Алексеем. Он здесь нам замял очередь. Нам откуда знать? С полдевятого. Мы знали второго визового центра. Раньше. Улица Сибирская, 57. Вот здесь визовый центр, вот большое здание. Там люди стоят для сдачи документов, для получения. Будет она или не будет звонить, то в общем дело. Ураган, что-то он такой на нас обозленный. Ну, вот Новосибирск, город. Доехали, слава Богу, хорошо. Только в 10 были часам. Наша красавица. Т-783 ТО. 10 часам были на месте.
будет так настолько все строго у них? Ну, строго, это их правило. Мы к ним идем, они не к нам. И поэтому тут только приезжать. Приезжать, выставить, спросить, это еще нет. Пока мы отходим, это сколько там, в течение может быть 5 дней, там 10 дней. Но дальше уже будет, может, и смысла никакого нет. Мы просто оставимся в России. Ну, мы не будем биться. А что биться-то? Дал бы взятку какую-то, пошел за границу, да, нет, без паспорта не пустят. Паспортов-то нет. Да, мы просто ждать. Больше ждать, за следующий раз ждать. Это у нас шенгенская открыта. Она там тоже открыта, шенгенская, вот что главное. Июнь. Да. Она внутри, там в паспорте клейка, я не могу. Ну, мы сейчас сказали, они отдаем, но только английская не будет. Да не надо, мы поехали, мы даже спрашивать не стали. У нас главное, это шенген. Это вся Европа, Скандинавия, все туда входит, Прибалтика. А Англия только для одной Англии. И туда, если, допустим, Шенген не открыт, а на машине в Англию как проедешь, когда в Шенген не допустим. Нам по неволе надо. Ничего нельзя сделать. Он же деньга. Вот это ДФЛ, экспресс-почта. Может быть, у них есть какое-то ускоренное там, что-то прям экспресс. Чтобы как можно побыстрее это все произошло. Чтобы быстрее, чтобы почта вас обогнала, и чтобы уже там уже быстрее. Вот типа да, вот типа вот такого. Вы через сколько дней там планируете быть? Так, ну мы нигде задерживаться. На четвертом дне мы будем в Москве. Мы нигде не задерживаться, за исключением Ишима. В Ишиму нужно заехать, там Ордань. Нужно заехать Ордань. Я думаю, что ну, где-то мы и ночь будем прихватывать. Конечно. Да? У нас еще не задерживают. Ну, так, когда на восток трое ехали, с половиной. Четверо, одной давали 10, а пойдем в 2. Все верно, каждый день. 4 часа отдыха, а потом по переменке каждый день у нас 1030. Нам надо только вот это сейчас получить паспорт. Ну, они говорят, не допускают до посольства. Да, это Алексею написали доверенность, мы можем получить наши паспорта, а мы едем на Ишим в Москву. Если тогда ничего не сообщит. Такая ситуация. 3 дня? Не надо 3 дня ждать. Никак. 3 дня. Нет, я говорю, это пока она позвонит, она сказала, в течение 3 дней я позвоню. Это она будет звонить. Она звонить будет, не будет на ее надежде. Там столько людей, куча, и она на какой-то маленькой записке. 3 дня, а 4 месяца назад я придет. Ну подумай, как сделать это, отпросить или как-то. Нас ждать не надо, только у нее узнать. Проехали Новосибирск и едем по направлению к Омску. 27 мая 2014 год. Остановились на завтрак. Ну у нас так получилось, что завтрак уже ближе к обеду. Точнее, завтрак, обед и одно и то же. Вот около трассы